Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, учитывая, что последний перед перерывом доклад посвящен более легкой функциональной патологии, позволяет мне надеяться, что у вас хватит сил, а мне хватит возможности уложиться в отведенное время. И говорить мы будем о синдроме раздраженного кишечника с преобладанием диареи, современные подходы к лечению. Несмотря на то, что функциональная патология желудочно-кишечного тракта никогда не приводит к смерти больного, тем не менее ученые мира, гастроэнтерологи, обращают очень пристальное внимание на эти проблемы, потому что больным очень трудно жить, нарушается качество жизни. И страдают они, как правило, длительное время, годами. И ради этого был создан комитет, точнее, большой форум, который проходит раз в 10 лет. И мы все знаем, что эти 17 комитетов, которые включают 120 ведущих международных экспертов-гастроэнтерологов под руководством Дугласа Дроссмана, раз в 10 лет выдают рекомендации, обобщают все исследования, которые прошли в течение этих 10 лет. И на данный момент понятно, что синдром раздраженного кишечника – это частое заболевание. От 5 до 25% распространенность в мире, то есть средняя 11,2%. Чаще страдают женщины и чаще в молодом возрасте. На настоящий момент понятно, что на развитие синдрома раздраженного кишечника повышает риск развития генетическая предрасположенность. Но в то же время очень важно, в какую среду попадает ребенок, когда он родился, какие психосоциальные факторы встретятся на его жизни. И это заболевание может реализоваться, а может и не реализоваться. Давно известно, что примерно у трети пациентов, перенесших тяжелую кишечную инфекцию, развивается СРК-подобный синдром. Бывает, влияет пищевая интолерантность или непереносимость каких-либо продуктов. Также на развитие, на возникновение синдрома раздраженного кишечника, либо хронический стресс, либо человек перенес дивертикулит или какие-либо хирургические вмешательства. И как результат всех этих механизмов – это нарушение моторики, всем нам известна висцеральная гиперчувствительность, расстройство функционирования оси мозг-желудочно-кишечный тракт. Но самое главное, что по результатам особенно последнего консенсуса речь идет о том, что повышено еще несколько факторов имеют очень важное значение. Это повышенная кишечная проницаемость, иммунная активация и дисбаланс микробиоты. Об этом я хотела бы немного подробней поговорить сегодня. Дело в том, что если у пациентов с синдромом раздраженного кишечника кажется с функциональной патологией, сейчас уже установлено, что определенные факторы приводят к тому, что кишечная проницаемость становится выше, и тогда включается иммунная система, которая активируется, присоединяется воспаление в данных местах и дисфункция кишечника. А вот это формирование иммунных клеток или воспалительных цитокинов и вызывает определенную симптоматику. Степень вот проницаемости кишки также влияет на интенсивность боли в животе. А мы с вами хорошо знаем, что человек наш, организм наш человеческий, он состоит из двух составляющих. Это не просто организм, это суперорганизм. С одной стороны, сам человек, наше тело, а с другой стороны, та микробиота, которая у нас есть. Причем 70% микробиоты находится как раз в толстой кишке. При этом превышает геном микробов, наш человеческий геном, примерно в 150 раз. И, конечно, влияние микробиоты на все наше функционирование нашего организма и, конечно, толстого кишечника, оно колоссальное. Этот вопрос очень серьезно изучается. Я не буду останавливаться на деталях, но влияние микробиоты сейчас оценивается на самые разные органы. Да, различные метаболиты, микробиоты, они идут в основном через печень, влияют на самые разные органы,
на мозг, на сердце, на почки, на сосуды. И вот это функционирование оси микробиота, кишечник, мозг сейчас выходит на передний план. Как головной мозг может повлиять на кишечную микробиоту? То есть на фоне стресса может развиваться из-за самых различных расстройств нарушение микробиоты, так и наоборот, кишечная микробиота ни много ни мало может влиять на мозг. И вот посмотрите, если развивается дисбактериоз, то это не просто состояние микробов внутри нашей толстой кишки, а это и нарушение проницаемости самого кишечника с развитием гиперчувствительности кишки. Таким образом, на данный момент есть понимание, что симптоматика синдрома раздраженного кишечника связана как с микровоспалением, так и с висцеральной гиперчувствительностью. Мы говорим про микровоспаление. Какое же это функциональное расстройство? Вот уже сейчас есть понимание, что это очень условно на данный момент. Можно говорить, что синдром раздраженного кишечника – это функциональное расстройство. А развитие висцеральной гиперчувствительности прежде всего влияет на снижение болевого порога. И наблюдается оно от трети до 90% пациентов. То есть у большинства пациентов с синдромом раздраженного кишечника развитие болевого синдрома, а СРК без боли не бывает. Не бывает просто моторных нарушений, запоров или поносов. СРК – это всегда боль. Все, что без боли – это другое нарушение, либо функциональный запор, либо функциональный понос, либо вообще другая патология. Таким образом, пациенты с СРК имеют гораздо более чувствительный кишечник. И это проявляется гипералгезией, то есть порог снижен, восприятие болевых импульсов, либо алодиния, когда более интенсивное ощущение боли, поэтому они так очень образно вам описывают. Не потому что у них особенная психика, да, и у части из них особенная психика, но и потому что их ощущения действительно более выраженные этой боли. Либо это такое понятие, как гиперсенситивность. То есть все, что для другого человека просто перистальтика, и он не ощущает, при синдроме раздраженного кишечника это может ощущаться как боль. Таким образом, синдром раздраженного кишечника, если мы посмотрим на эту картинку, это прежде всего вот эти три картинки, на которые я прошу вас обратить внимание. Определение синдрома раздраженного кишечника, оно здесь, в картинках. Больной не показывает. Левая картинка. Больной пришел к доктору с болью, он жалуется на боль с одной стороны. Это первый симптом, который для СРК характерен. Крайняя правая картинка. Он жалуется на расстройство стула. Вот здесь он сидит на унитазе, и у него может быть растяжение или вздутие живота. Вот это и есть СРК. И самое главное, как давно возникли эти ощущения у пациента, мы должны понимать, что не меньше 6 месяцев. Тогда мы только можем заподозрить СРК. И что в последние 3 месяца эта боль может быть достаточно частой, не менее 1 раза в неделю. Для нашего удобства, но мне кажется, что это больше для удобства наших европейских коллег, придумана Бристольская шкала, когда пациент может просто пальчиком показать, какой у него стул, как он выглядит. Но хорошо, когда есть медсестра, которая уже дала эту картинку больному, он поставил галочки, если он будет у доктора изучать, то это будет очень небыстрый процесс. И тем не менее, вот этот 6-7 тип разжиженного стула, он должен быть у пациента с СРК с преобладанием диареи быть не меньше четверти дефекации. Но у него может быть тоже не больше, чем в четверти случаев, и твердый стул. Что появилось нового в лечении синдрома СРК с диареей? Вообще для гастроэнтеролога пациенты СРК с диареей одни из самых сложных пациентов, потому что
Очень сложно купировать диарейный синдром. И когда у нас уже много лет, еще с предыдущих рекомендаций римского консенсуса, стоит на первом месте лапирамид, мы хорошо с вами знаем, что приверженность к лапирамиду ни у пациента, ни у доктора нет. Потому что пока принимаешь препарат, есть эффект, заканчивает пациент принимать опять эти поносы. И на настоящий момент появились фактически три новых рекомендации. Первое – это диетические рекомендации, о них мы сейчас поговорим. Второе – появились в назначениях пробиотики, которых раньше не было. И третье – это антибиотики, рифоксимин. С рифоксимином все просто. Мы попробовать его можем только один раз в течение 2 недель, по таблетке 3 раза в сутки, и потом мы его уже не должны повторять. Что касается диетических рекомендаций, что появилось новое? Оказывается, что у части пациентов, у которых совершенно не целиакия, но на больших дозах глютена, все же определяется определенная сенсибилизация, и они плохо переносят. Поэтому надо попробовать все же ограничение глютена, да, продуктов, содержащих глютен. И у части пациентов может быть эффект. Но совершенно не значит, что у всех. И вторая диетическая рекомендация – это low FODMAP диета. Это аббревиатура, которая говорит, что надо уменьшить или исключить углеводы, которые плохо усваиваются и вызывают процесс соображения. Олигоди, моносахариды и полиолы. Что же это такое? Это лактоза, фруктоза, овощи, вызывающие повышенное газообразование, бобовые и заменители сахара. С лактозой все понятно, есть сейчас продукты безлактозные. Попробовали, помогает, рекомендуем ограничивать. Более подробно по диете, очень много всего в интернете по low FODMAP диета. Тем более, скорее всего, для пациентов нужны какие-то памятки, которые поясняют, что надо ограничивать. Совершенно не нужно это запоминать. Продукты, которые содержат фруктозу, это в основном фрукты. Одни можно выбирать, другие не стоит. Они здесь приведены, чем можно заменить. Также есть пациенты, которые плохо переносят крестоцветные, различные виды капусты, и тогда мы им рекомендуем заменить баклажанами, фасолью, там, морковью и так далее. То есть надо попробовать по этой диете, и если вы получите эффект, замечательно, значит, ничего другого может не понадобиться. То же самое бобовое попробовать заменить, ну и заменители сахара. Ну, мое личное мнение, их совершенно не обязательно использовать, но дело в том, что заменители сахара могут содержаться в жевательной резинке без сахара или в конфетах. Тогда надо рекомендовать либо обычный сахар, кленовый сироп и так далее. И третья рекомендация, которая новая, которая включает назначение пробиотиков. И здесь написано «применимы многие препараты». Это связано с тем, что на римский консенсус был представлен метаанализ 43 исследований различных средств, содержащих пробиотики. Хотя еще в 2006 году приводились результаты работ 2003 года, которые показывали, что есть такая бактерия, бифидобактерия инфантис, которая выравнивает соотношение интерлейкинов 10 и 12, и уходит симптоматика. Но эти исследования должны были быть продолжены и еще не вышли на уровень клинических рекомендаций. Вот, кстати, фотография такая красивая, на мой взгляд, ее здесь приведена. И на настоящий момент уже вышли рекомендации по пробиотикам, которые стоит применять при синдроме раздраженного кишечника. Я хотела бы обратить ваше внимание, пусть может быть мелко на этом слайде, но это не просто лактобациллы, эшерихия коли и так далее, бифидобактерии. Вы видите, рядом стоят цифры и буквы. То есть это совершенно конкретные штаммы, которые в исследованиях показали свою эффективность. А не значит, что все пробиотики подряд. И на нашем и это в том числе касается Bifidum bacterium longum. Bifidobacteria infantis получила название Bifidum bacterium longum. Почему здесь еще 5 цифр? 356-24. Совершенно загадочных. Просто в одном из исследований у здоровой женщины, 70-летней,
которая шла по исследованиям под номером 65, был выбран изолят 24. Вся загадка совершенно простая, она была пронумерована. И именно этот штамм в исследованиях показал свою эффективность. Улучшалась общая симптоматика симптомов СРК, уменьшался дискомфорт, вздутие, избыточное скопление газов. То есть штамм показал свою эффективность. И что интересно, соотношение интерлейкинов противовоспалительных и провоспалительных 10-12 после курса терапии в течение 4 недель нормализовалось, то есть становилось нормальным. Изучение продолжалось более 15 лет, и на данный момент оно вошло в рекомендации Всемирной организации здравоохранения, именно этот специфический штамм. И самое главное, что все же этот штамм, этот препарат появился на нашем рынке, который доказал и свою эффективность, и оптимальный профиль переносимости. Называется продукт, ну, коротко, Альфлорекс, по названию компании, которая его изобрела, Симбиозис Альфлорекс. И очень просто назначается, всего одна капсула в день в течение 4 недель. Вы спросите, почему я привела эту картинку, эта иллюстрация к басне Крылова. Потому что мне до того, как появился на рынке Альфлорекс, ощущение от пробиотиков и нас, гастроэнтерологов, было именно таким. Мы все гастроэнтерологи понимали, что хорошая вещь пробиотики, но никак не было точного понимания, куда же, когда же их нужно назначать. Вот на данный момент, мне кажется, мы нашли на это ответ. Спасибо за внимание.